Простой и доступный электрический чайник из нержавейки для дома, офиса и дачи. Сегодня знакомимся с электрическим чайником от производителя Starvit. Модель SKS-1051. Рассмотрим его подробнее. Комплектация стандартная. Чайник, подставка, инструкция и гарантийный талон. Корпус сделан из нержавеющей стали и пластика. Ручка выполнена из термостойкого пластика и не нагревается при кипячении. На ней расположена кнопка включения. Пластиковая крышка внутри покрыта нержавейкой, что предотвращает прямой контакт пара с пластиком. Открывается она нажатием кнопки, расположенной на ней же. На корпусе под названием бренда находится красный индикатор работы прибора. Максимальный объем устройства 1,8 литра. Этого хватит на 9 кружек чая. Следить за количеством воды не очень удобно. Мерная шкала находится внутри чайника. Мощности 1500 Вт вполне достаточно для такого объема. Воду можно заливать через широкий носик. Фильтр от накипи здесь не предусмотрен. Как и все современные чайники, он вращается на подставке на 360 градусов. Прибор автоматически отключается при закипании. Он также оснащен защитой от перегрева. Чайник отключится, если в нем нет воды или ее мало. Производители рекомендуют очищать чайник мягкой влажной тканью и вытирать насухо. Для удаления накипи лучше использовать раствор лимонной кислоты. Чайник Starvit SKS-1051 – простое устройство, которое подойдет для использования дома, в офисе или на даче. Корпус сделан из долговечной и безопасной нержавеющей стали, а объема 1,8 литра хватит на чаепитие большой компании. We'll be right back.